Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Экс-директор компании КЧУС отправляют под суд. Завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Кочерова. По версии следствия, он, имея реальную возможность осуществлять расчеты со своими подчиненными по зарплате, эту обязанность не выполнял. Люди деньги не получали по 2 месяца и дольше. Долг перед несколькими сотнями потерпевших превысил 28 миллионов. Кроме того, обвиняют Кочерова в сокрытии 160 миллионов рублей, которые можно было направить на расчеты с государством. В ходе расследования представители Следственного комитета и полиции допросили более 600 сотрудников компании КЧУС. Объем уголовного дела – почти 100 томов. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Программа «Экономика». Кировчане стали больше держать денег в банках. Сумма вкладов на 1 июля – 143 миллиарда рублей. За год она выросла на 7%. Об этом сообщает Кировское отделение Волговятского главного управления ЦБ. В первом полугодии 2020 года банки Кировской области продолжали наращивать средства на счетах и вкладах физлиц. Положительная динамика наблюдалась на протяжении всех месяцев, за исключением января и апреля. Это при том, что весной власти объявили о введении налогов на вклады размером более 1 миллиона рублей. Как поясняют в банке, статистика по числу средств физлиц включает также данные по эскроу-счетам, которые используются при финансировании жилищного строительства. Экономика на 101 FM. Кировчане могут досрочно заплатить имущественные налоги, их, а также НДФЛ можно оформить одним платежом. Средства можно внести через сервис «Единый налоговый платеж» на сайте налоговой. Их зачтут при наступлении срока уплаты. Налоговая сама рассчитает сумму. В первую очередь идет уплата недоимки и пени, если они есть. Далее платеж по налогам. При получении налогового уведомления лучше сравнить исчисленную сумму с уплаченной. Если средства внесено меньше, нужно будет доплатить. При переплате деньги возвращают по заявлению или оставляют для зачета налогов будущих периодов. Экономика. В завершении о валютах. Доллар сегодня 75.47, курс евро 89.14. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.